Еще говорит, финал какой-то там. Грандиозный, блядь. Феерический. Феерический? Бабл, диспел, холич. Не доигрывай. Очень жестко. Очень жестко. Да не прими, что в рейде один приз, блядь. Не доигрывается. А что? Постоянно минимум боя. Да заебало оно, но... Теперь бы с муном... Чё таки медленно, а? Ну так, блядь, Володя самая быстрая рука на Диком Западе, мы ж не отрицаем. Нет, Мирайо самая быстрая рука на Диком Западе. Ну на, Мирайо. Так ему положено ещё быть быстро, он ещё молодой. А ты, блядь, старый, нахуй. Ну чуть-чуть, да. Ну по сравнению с ним, пиздюк, да. Пиздюк ты ещё, нахуй, Володя. Подождите 10 сек, я плейбить другой. Володя. Ещё немножко, и будет 30, а теперь. Пиздюк. Чё, кстати, старый, у тебя там... помирать, что ли? Чё ты говорил, нахилил у тебя на лане, Волонир? 260? Как-то темп, блядь, нахуй. Вон пятый десяток пошел и вообще похуй. Да, Войт? Все, вот, есть, я могу танка себе сделать, холипал себе сделать. Скай вот на шамана садится, ему будет интересно. Я еще в пенсию получать буду шпилить. Ой, ебать здесь хилит-то хуя нахуй. Натуре. Давайте быстрее, Иван. 12 лямов целых. У меня надо было переодеться, блядь. 12,5. А кто? 13, блядь. А кто куда? Кто хилит? Ридики? Ты не забывай, тут стаки нахуй ваншотают, много не наберешь там. А 20. Что, вообще долбоёб? Если он волной хилит будет, он сам себя захиливать будет. Ну как сказать? Ты думаешь, у меня волна есть? Mm. А, да, в этом свеке есть. Нет, я давно убрал эту волну из символов. Ну, Андре, Настя. Процент хп. Так не, вы хп. Типа, вы троем хотите отойти, типа, дерьми еще Андре, Настя или что-нибудь. Нет, блин, я процентовал фол за сервак. А, Настя ФК, что ты дерьмич отошел. Ну, не дерьмич тут. Дерьмич герой. Пиздец, нахуй, я хуею. Я тебе потом напишу хоть. Да ну нахуй, они какой-то ёбнутый трит набор сделали. Они что, апнули, блядь, агро у локов, блядь, нерфанули при этом и апнули, я не могу понять. Это что, больше жопа горела? Кроме того, что стаки набираются за эти 10 штук ебаных полгода. Какой-то нахуй уже, сука, накаляют очень сильно тут меня, пиздец. Ходи на рогу. Не. А на роге им ФПС нужен, чтобы дамажить. А его тоже на нет. На роге нужен ФПС. Так все, ДК все вот сейчас... Алло, блядь, мы сейчас ляжем. Я сейчас точно. Ляжем. Я знаю, что похуй на червей танку. Это я точно знаю. Не, ну так, блядь, это ж, ну... Давайте как бы, блядь, еще без нерфленная хуйня отходить на вальке, как бы там, да. Блядь. Надо идти все вместе, блядь, и бить нахуй. Че, все складываемся? Ну, он, у исторгающего, блядь, хп больше, чем у жирного, нахуй, если кто не заметил. Там, блядь, 700 тысяч, нахуй, этой хуйни. Да, исторгающего. Да. Я тебе серьезно говорю, исторгающего 100-700 тысяч хп. Надо захочу. Че, перекуриваем или че, блядь? Да. У нас получается Мандермич АФК, Настя АФК. А, тут нельзя, диван, не, нельзя. А хули Настя АФК, если возле тебя, кинь в нее что-нибудь. Идите покурить. 4 минуты, только недолго. Берегитесь. Надо риснуться сначала, давайте риснемся, а потом отойдем, не? Так, Ридзага встанет, надо ждать. А, мы придем выше, будем ждать, пока кто-то порезается. Ну, это прикольно. Ты понимаешь, что я лежу слишком близко, я не дам мастерис, потому что я тупо сплю боссов. Здесь покурить.
Да, интересно, кто здесь. Да, в ДД спекаси, пускай дремит часов дня. Исторгающего прилетит сразу хуярим, как только он выходит. Жирного, как обычно, в конце. А что, рискнете они не достаются? Лучше встань, наверное. Они ориты стоят нормально. Да, я его рисую. Ориты. Как думаете, нам понадобится саппорт на Синдрулича? Тебе да. На Лича, ну, хуй знает. Наверное, посмотрим. Да я не пью саппорта. Там главное, чтобы заражение поднимали. Остальное похуй. В принципе. Без ДЦшки посмотрим, как это будет. Да похуй на ДСшку, без холипала как бы танков хилить, вот это будет забавно смотреть. В центре стоим. Да там эдики с листиками поднимали бы. Листики? Они хилят, хилят. Может, так говорю. Ну и жена нет. Понимаешь, эта хуйня не вкачан-то в Т4 уже, больше не вкачаются. Тем самым, типа, целевой хил меньше. Коль еще придется спек. Ну, а если что, тебе не хватает, это всегда. Ну. Поехали. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте снова дракона. Блять, нахуй ты меня. Поганище в конце убиваем. Видите, ему подавление, потом исторгающий вылезет нахуй. Нахуй этого поганища. Зомбак он идет. Исторгающий вышел. Ну уж, блядь, больше, чем у жирного, сука, ебануться, блядь. А кого, если еще костынешь? Нормально, в этот раз нормально убиваю. Все, теперь жирного надо убить. Мак идет. Забери саку мы, Дармич. Каз закрою. Я там. Ой, блядь, сейчас сдохну, сука. Жирного не трогаем пока что. Чуваву прохилит. Не бейте жирного, во-первых, он дохуя дамажит, ну типа может шотнуть, если агро сорвете. А во-вторых, ну типа, он слишком проблемный, когда черви вылазит. Давайте лучше все остальное. О, покидай ему корни, блять, там, чтоб он к хилу не подошел. Кому, Валдыртому или кому? Ну да, зомбаку, чтоб он взорвался. Исторгающий, ну. Тема. Все жирно убил. Я с ним почти все разобрала. Маг вышел. Мага нам. Блять, я кас не успел закрыть, сука. Она не будет доставать. На этик. Она будет доставать только в начале. Не, там раньше, по-моему, 20 метров только. Просто бери жирного, Дармич. Маг вышел слева. Справа точно. Майло. Зомбак, смотри. Бля, сейчас по риду ёбнет, пиздец. Нормально. Жирного.
маг вышел. Ну, так это пиздец, нахуй. Сколько не хилю, вообще ноль прибавления, блядь. Нормально. 20% уже почти поднял. Пойдет. Так у меня по 25 стаков, я уже все. Типа, не могу стаки утать. Ну я понимаю, ну, блядь, а что ты хотел? Ну там 20 лямов почти хилить надо. Немало. Придется скидывать и заново набирать. Чё, блять, у Вальки берсерк есть? Ну да. Нихуя себе. Ты не знал? Нет. Всегда был. Просто трэш двойной будет выходить. Двойной трэш. Ебать, Володька, ты до берсы справишься? Володя! Не справится, ГП давай ему. Подавление, подавление, хуярьте сразу. Обновлять. По одному стаку, ну, обновляй просто. Ну, там по два получается. Один ну, берешь в начале и друг, второй в конце. Нет, один в начале берешь, не, второй. Не, я понял, понял, что ты имеешь в виду. Ну, когда заходишь в портал. Так, где-то, блядь, исторгающий должен вылезти сейчас. Не. Не вылазит, ладно, жирного добиваем. Как же он ебал, кусает. Я просто боюсь понять, если я инвиз нажму, чтобы от мобов уйти мне стаки, сбросит или не сбросит. Мелда не сбросит. Мелда не сбрасывает. Только диван сбрасывает. Ты орехи на себя, мы кидаем. Должны хилить, по идее, не? Орехи вообще я на варку кидаю в основном. Я там только, когда внутри орехи на себя держу. По подавлению. Ой, исторгающий вышел с правой стороны, быстрее, 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 тут, блядь, пет умер. Блядь, долго бьем. Нормально. Мальчик вышел. Зомбаку корни. Перед везет. Блядь, до берсы минуту осталось, ёбаный урон. Обновляй, потом Геру давай, наверное. Идем на ХП. Будем как-то хилить. Ничего, стак не проебал. Проебал? Ничуть не проебал. Не проебал. Сейчас Геру, холишь Гим на ХП дашь на это. И этот, Андрей дашь за... А, это ж назаренный такой. Забери жирного, главное. Подавление хуярьте и исторгающего. Исторгающего в первую очередь. Он, блять, потом нас чокнет. Дармич, да, есть баунт? Быстрее исторгающего, блять. Рано я Геру дал, видимо. Ну у тебя, блять, берса 30 секунд. Да? У тебя надо обновлять еще стак. Где проталы? Не вижу. Пизда, не пропали. Ну их еще было, раз, еще раз наберешь, ничего страшного. О, берса 10 секунд, блядь. Да похуй, поконтролим, порутаем трэш. Жирного добивать срочно. Зомби, блядь. Исторгающего. Исторгающего, наверное. Ну вот он портал. И подавление пошло. А, ну тут хуйня берсана. Ну ее еще пока не было, это наебало. Была берса. Да, берса двойной трэш выбой. Она сказала неудачники, это значит, ну, берса случилась. Не, она позже должна быть.
что она про соседа, видимо, сказала. Ну да, наверное. Блять, вот талава. Я, блять, дайте истерию, она заебала. Ну, могу, да. У меня есть. Представляем, в каком моменте у меня этот взгляд жестко нахуй. А если когда она исцелится, станет и дать ей. Блять, исторгающий убейте быстрее, ребят. Там подавление еще убить. Убейте исторгающего, подавление убьет. Подавление надо хуяли теперь. Зомбака рут. Ой, дай БВР проносите. Ты возложение кидал? Да. Похуй на жирного. Вообще поебать, мага бить. Блять, заберите. А, мне маны мало, блять. Нет, на, маны на БР. Да югим. Рид, да хиливай, не надо заходить. Надо блять, добавить. Там 1%, mm-hmm. Нахуй. Да ты прикалываешься, там, блядь, 100 тысяч тебе оставалось дохилить. Нахуй ты заходил, блядь. Ну что, бы не чуть-чуть не дохилил бы. Блядь, разгрубающий, нахуй. Аковы, аковы. Да не эти аковы, блядь. Рить! Пиздец, нахуй. Они такое ощущение, все хэмку сделали, просто, блядь, под съебанного паладина, блядь. Бесовая, кстати, огнестрелка на вара. Очень крутая, типа, да. Плащ, кстати, он тоже неплохой. С хитом. Дебила, почему дебила? Вообще пиздец, бля, вахуй, вагонить вас, нахуй. Ну там тысочка на аукциончик, нахуй, я нахуй. Да, я в суд подам на тебя, понял? Ха, это пиратка, бро. Блять, ебаный рот. Ай, вагон. Чё там, говорю, водители СС на себя кидай, потом прыгай. Да там лифт начал резко опускаться, я не думал, что я вообще умру. Это бестмен. Блять, ещё и Алок единственный, ёб твою мать. А чё, не ресается? Наверное, не реснут я на платформе. Да, бэби его, да. Да там добежать недалеко. Или успеете, или успеете. Дай БР войтни по-быстрому, БР уже быстро кастуется. На подъеме. А я уже давал, у меня КД, блядь. Тебе никак не реснуть, я на поддержке всего пути пытался тебя реснуть, тебе невозможно было почему-то. Так не, когда опустится платформа, просто ебаните БР по мне. Я с тобой спускался с самого верха до самого низа. Он гений? Во мне прямо вот станьте, вот которая сейчас платформа опустится на. Я понял. Это, наверное, опять 5 минут перекур, да? Ондро, сделай его своим приспешником. Это же быстро. Меня да. Ж только что ресал. Это я могу сделать. Не ресай, да? Ну ладно, похуй, тогда идите бить. Нет, сука, не успел. Танк умер вообще-то тоже. А мы не сдохнем, тут трэш нормально. Танк тоже. Танк мертвый, подождите. Ай, бай. Че там, как у вас успеть? Вагоны, блядь, умираем. Да вот же это трое уже, нахуй. Да не, на лифте умираем, блядь, дойти не можем до этого. Давай, дербись, что ты лежишь, мы тебя не лезем. Блядь, чувак, вот давай, нахуй, бисового медведя, пошли они нахуй. Настя, давай, бисового танка, ебальники ломать. Это, походу, пахнет ФК, да, получается? А Настя без приступа. Уже убили, блядь. Где приступа? Если уже убили ФК? Да, давно в первый день, нахуй. Там в ФК сидели, блядь. Смешанная пачка. Смотрю, там не отображается на сайте. Типа а, 9, смешанная пачка. Так там пуги закрыли. Понял. Там смешанные гильдии были, ну типа люди одного не задумывались. Да, да. Я только на остров тэпался после нашего. А значит, мы можем в ФК взять из одной гильдии. Ты гонишь, что хочешь сказать, ни одна гильдия не закрывала десятку, блядь, не смешу. Закрываем десятку, ну, говорим, нет. Что ФК наш, всё. Сейчас зайду еще раз гляну. Кто-то даже стримил ФК. А это, сука, все фотошопно. Ну, 9 из 12 пишут. Да это хуйня, это мне вновилось. Это сама фотошопно. Ты
несколько. Три попытки у них нареча ушел, вроде бы сейчас. Что, боешка будет хотя бы нормально? Ондре. А боешечка нужна? Ну, без сокет на тебя упал, Ондре. Есть, изучен уже. Кричишки удары отразить заклинание. Ставлю тебе, мне изучено. Что луки вообще не входят? Выпейте сопроты все на синдром, чтобы было проще. Ты слабый, что ли? Ну, ты не, ну я считаю соуседу. Не, на синдрале, на синдруле чё пейте, да? Соуседу надо 100% пить. Почему я маг? Ты чё, хуя? Я 200. Ну, как пиздец. Только не упадите здесь на этом говне, нахуй. У нас так двух людей нету. А похилите меня? Или я умру сейчас? Уйди, еблан. Мы уже добежали. Тут еще не умрите, не умрите. Не заходите. Да там нормально уже. Ну, в 25-ке было нормально после гринки. В 25-ке уже так заходили. Несколько раз. Да, ну, походу, починили эту. Ну давай, соседик, ну понажимай кнопки, я тебя умоляю. Буду. Она что вы, блядь, приебались к бедному соседу, нахуй? Хватит, блядь, мне его душить. Вы заебали, нахуй. Это касается, сука, всех, блядь. Нормально нажимай кнопки. Что вы, блядь, приебались к бедному человеку, блядь? Ты, нахуй, там тоже сиди, блядь, молчи, нахуй. Я Андрея не вижу. Какая-то агрессия на ровном месте. А то ты, да, блядь, думаешь, если я нахуй за тебя тут заступаюсь, так тебе, блядь, можно нахуй сидеть, да, пиздеть на всех. Хуй на, блядь, нахуй. Я пиздел, пиздел много просто. Большая мамочка за меня заступает. Пару месяцков назад он пиздел много просто. Че там, на синдре сразу в хила, наверное, да? Так, сейчас примерно как РЗ дает уже. Так РЗ гений. Ну это понятно. У него компик слабенький, у него там FPS и дела. Пиздец. Как он начинает. А? Ну, смотри, давай я тебе скажу то, что он играет на разрешении. Максимальное его разрешение. Это. Ебать. У меня даже такого нету, если честно. 1440 на 800 с чем-то вроде. Вы же знаете, блядь, что у вас нет напыла, блядь, хуй знает. Понимаешь, там лютый нахуй динозавр, поэтому... А ты видишь вообще урон от меня в рекаунте? А, ну, короче, это гнев небес не дал паладин, ну, это по-любому. 5000, бля. Я дал блуждающий дух, который не дамажит. А мне, кстати, есть, блядь, подозрение, может это блуждающий дух и трити делает, нахуй? Создает, нахуй? Пекайся, тест. Говно это ебаное. Такое чувство, блядь, что блуждающий дух, как ЛПшка у Бекана. Хотя он нихуя почти не дамажит, он только увеличивает урон, блядь, от темной магии. Соседик топает, чтоб не лежать ебалом вниз, как у нас 2 РДД. А какой ты там стопаешь, ты, блядь? Умные люди стопают. Ты ахуй там ебать. Я сейчас, блин, все кнопки жмешь, 18 тысяч. Не-не-не, я просто сижу так. Ну дайте рейс. Ну да, там у тебя одна только Blizzard, ебать, не вонючь. Не-не-не, надо Deep Freeze еще дать, чтобы для УЕ. А, ну да, точно, что уешь. Ну это жестко. Да-да. Ну на ДК нихуя не нажимаешь, так на магии вообще еще в 2 раза меньше. Надо фаера спекнуться, что ты увидел у Е дамаг. Да ты там что спекался, там 15 тысяч тоже пукал. Когда? Не. Нет? К19, нормально. Да это еще лагало, я ебал, просто нахуй. О, ну 19 нормально, да, нормально. Для тебя, да. Фаер говно, у него дотка не стакается. Что-то пошло не так, Акума, беги. Дерьмич, ну что-то закрутил бы хоть, ебаный рот. Лужу кинь, нажми есть баун. Да похуй. Так, где? Открываем нахуй. Ну красивый ДПС не будет. А, у них хп хуйня 200 тысяч. Я 82 такой видел, Серега. Угу. Акума срывает, конечно.
А, тут же в десятке, по-моему, можно их фире. Или в Гере вроде не. По-моему, в Гере можно было. Чё, плюс ЕП будет? Дракончик. Поебал будет. Да, блять, за то, что убьем дракона, поебал. Получается так. Я его бить не буду тогда. Почему? Поебал даже. Так это полезно. Ну, едь в Москву, ладно, я жду. Дурак, что? Или ты Ваничелу попросишь поебалу дать? Ваничелу! Ну, это более какой-то, блядь, перспективный вариант, чем мне ехать в Москву, блядь, чтобы дать кому-то поебалу. Рыбу хавать. Я сейчас заяву напишу, что тебя посадили нахуй. Это что? Это червей, Ондрей, тут у тебя черви ползают, ебать. Да, это они боевые касочку, черви. Пожалуйста. Андрюха, а что ты не катаешься на своем змее? Касочку, пожалуйста. Ты что, с дом я тебя косплю? В гладиаторском? Ага. Ну он такой себе. Ну охуенный, блядь. Самый ну сейчас пьет, ребята блядь. Оценят, сейчас я его... Дермич тут? Вот он. Я на нем фигурирую, на этом же дракона, на этом же драконе. Ой, Термич, ты же в ДТ, блядь, потом бафнут, поехали, блядь. Это главный. Вот, да ну на. Блядь, солнышко, ну. В смысле ты в ДД? А, ты в ДД? Настя, пуляй тогда. Фух, Настя. Да, корни работают. Проще было мне в ДД спихнуться, у меня атаки хоть все проходят по нему. Ты крутая? А у Блады что ли не проходит? Думаешь? У Блады тоже проходит. Да полностью, сука, ебал. Это у Анхолика проблем. Дермич больше дает, да? Чем ты, да. Да ладно, что нас не убивает, делать сильнее, чё тут бежал? Получается не взлетел, ебать? По факту, где ИП? Опа, слышу, делаю. Грязь, грязь. Опа-опа. Ща минус будет. Что это за зеленые лапы, блядь? Ебать, страшно, нахуй. Опа, горн дал и жесткий трейд стал, потому что... Косты можно кикать тут, если что. О, кикнул. А можно подвести чуть-чуть, а я боюсь, что он кикнет. По-моему, саленсом можно вроде тоже кикать, еще проверить. Я только что кикнул. Это станом кикнул. Да ты пиздишь, ну. Я пизжу. Это Серега кикнул. Значит, одновременно нужно? Кто сейчас даст? Сейчас я попробую салом, но я не уверен, что сало кикает. Я салом попробую. Салам не закроешь, у него касса закрытого типа. Не, не работает. Не работает. О, нет. Ой, бля, вагоны не зашли за стенку, пиздец. Настя гнев мне небес могла дать. Не сработал. Я дала гнев небес. Значит, сосед Дипа захуярил и въебал вам ДР нахуй. Не-не, Дипа ничего, не, он даже не контролится никак. Кого, блядь, не контролится нахуй? Ты когда... Ты когда... Окей, окей, смотри. Скажу по-другому, сосед. Как ты думаешь, вот почему ты первый дип даешь на определенное количество времени, а второй потом, который сразу через препу дает, на меньше времени дает стан? Как ты думаешь, почему? Я знаю, что это, блядь. Ну, а как думаешь, почему удар по почкам, нахуй, ну, кидные уроги, тоже меньше дается после дипа? Да я знаю, блядь. Да я его кидаю по КД, похуй на этого дракона. Так вот, блядь. Пиздюк, блядь. Что, мы справимся, нах? Я выпил.
Я с ДД-фаск останусь, мне зелёнка не светит. Так, освобождёнку не набирайте, нахуй. Вообще? 20 метров, блядь, взрыв, нахуй, по всем, блядь. Вообще не набирайте. Освобождёнку вообще не бьём, да? Да не, ШП может не, ну, всё так же, типа, отходить. Можешь бить, но 20 метров отходи от хилов, нахуй. Он справа от печеньки я обычно ухожу. Потому что влево нельзя, там дыхание Динично, будет. Динично, спрошу. Можно влево отходить и там стакать, нихуя. Это на вторую фазу и на первую метки, в принципе, похуй. Потом притянет и всех ебанет, да? Ну, рассчитывай, смотри, блядь, нахуй, ну. Только там притяжка должна быть. Перед притяжкой не набирай просто еще. Конечно. Если заслакаешь, то я проблема. Можешь так не делать, но будешь меньше дамажить. Дермич первый начинает? Да. И последний. Дидермич пуляй. Прикинь, сейчас дамаг будет. Сколько у меня там хп? 24, блядь, нихуя себе. Забью нахуй. У меня это будет. Да, да хуя. Освобожденка. Я его. Сейчас проверю ради интереса. Ну только бренджа достает 15 метров. Да, достает 20 метров, короче, все правильно. ГП. Че притяжка будет? Я ее ебу! Ну, вроде не сильно бахает на трех стаках, по 3000. Но на второй фазе ну, очень... На второй фазе главное не набирайте вообще, потому что будет прям хуёво. Ваншоты, да? Но на второй фазе там под стаками будет очень неприятно хила. Не бейте скрепы. Не бейте, сейчас поразбивает. Хватит, там очень мало у них ХП. Нахуй? Бомба нахуй. Ты видел? Это ШП был, пиздец. Нахуя? Бля, сейчас разобьется, на. Пизда. На. Вы чё, сука? Ебучий. Дармич от бомбы. Ну это бомба нахуй, надо было додуматься. Дай БР серый ему быстрее, БР. Я в глыбе. Настя, сделай босса. Таунт. Ёб твою мать, падайте. Давай я дам Диван. Бах. Забыли, да, сказать, что здесь ваншот и глыба? Ну, я же говорю, ваншот, когда летит первое. Ебучий аф. Ребят, выносите, пожалуйста, метки, блядь, в печеньку и крест. Это для второй фазы, нахуй, и для первой. А двойной не получит, если они встанут? Чтобы... Блядь, просто... Да просто потом, блядь, перебегаете нахуй, ну, в зависимости, куда летит бомба. В чем проблема? Зато танку ближе бежать, бежать ловить босса. Видишь эти доты блядские? Свои нахуй. Ну, в чем проблема, не пойму понять. Если бейте, бомбы вообще делать. Нельзя ловить, они шот. Не, ну бомба была жесткая, мне понравилась, все-таки. Шоты. Дермич, ну нахуя тебя ловить бомбу, блядь? Просто ждешь, когда последняя бомба упадет, потом с печеньки стартуешь, ловишь босса. Там еще в носу успеешь поковыряться. Шотнет, ты посмотри, сколько дамага по тебе прошло. Не, там только пал бабли выживает, или это в дисперсии, плиз. Ревностный, чё? Ну да, и пал, ну да. Такие все. Диспа, блок и бабл. Все, что сейв. А, глыба. Я ж сказал блок. Походу, что на мне орехи нахуй? А, иди пуляй, я же забыл, что он сразу не знаю. Чё там? Настя стонет.
хули шо это бах, 5к нахуй. Получил, блядь, сколько? Я в 25-ке так сидел. Бах. Тяжко. Что, ну сейчас не хватило. Это плохо бил. Пусак. А? Ты гений, гений. Рич, вау, печенька крест. Печенька крест, я ж так, мы же договорились. Да я вас слышу, что у меня коты, блядь, бегают, я дверь открою, закрою. Перебежали быстрее, перебежали. Справа. Опять справа. По левому стопните, не бейте, пожалуйста. Справа чуть можете подбить. Справа последний пас. Дармич, как только падает, выбегаешь сразу. Все, выбежал. Освобожденка на Акуме и войди. Бежали быстрее. Я чекну урон на будущее. Могу ли оставить? Десятки меньше бьет, чем 20. Ну да, да, я проверил просто. Сейчас что-то лучше. Печенька крест. Да ближе подходите к лестнице, чего вы так далеко отходите? Если бомба сейчас полетит сюда. Угу. Он, блядь, опять. Нормально. Все, не слева. Справа. Близко справа. Все, Дармич побежал. Скрепы разбил. Да заебала эта освобожденка по КДС. Ну, 0,8 секунды обновилось. Сейчас притяжка скоро будет. Далеко не отходить. На второй ступеньке стойте просто и все. Чувау. Блять, бедный чувау. Настя, Фридом, давай по Дармичу, пожалуйста. Когда он после перед взлетками, чтоб он бегал адекватно. Нормально он там бегает. Охуенно, еле-еле бежит, блять, нормально бегает. Тебе сложно Фридом? Я даю ему Фридом. Но на этой он нормально бежал. Справа. На второй фазе освобожденку не набирайте вообще, только хилы там по 2-3 стака максимум, если видишь, что нужно прохиливать. РДД стоите, ждете. Один стак это прям максимум.
Вперед сразу бежит. Рите в эти двери. Сейчас вторая фаза будет. Смотрим, освобождаем внимательно. Первую метку в центр. Куда? Печеньку. Печеньку. Когда меня заберешь? Сбросишь так и заберешь. Разбили склеп. Все склепы в центр, все, все, все. Стукните, блядь. Прохил. Отойди от печеньки, Настя, ну заморозишь ты же, блядь! Притяжка должна быть сейчас. Там сейчас попим под хюрих. Отойди чуть дальше, склеп, но я вроде его так далеко поставил. Все, разбили склеп быстрее. Колич влево, влево, влево. Дермича БР войд. Прибафните дермича быстрее. Войд центр, войд центр. Дай секру, Настя. Масс секру нажми быстрее. Спрятали, скинули стаки, прохил. Полишь гимн на хп, дай. На обоих. Опять. Сейчас опять в центр выносите. Серый в центр. Скидываем стаки и держим. АФК стойте? АФК стойте все? Чуть не сдох, блядь. Склеп разбивайте. Чё вы стоите, ждёте? Акума в центр. Пошли от центра. Да ничего, не сдать мне. Ну, что-то. Ещё и не в центр. Сейчас освобождёнка добьёт. Жестко. Почему ты не в центр вынес? Может, давайте три хила? Будет фьюри, ничего не бьет. Давайте его. Может, вы не будете бить, когда говорят не бить? У меня три, тупо три освобождения подряд, Акума все это время один хилил. Тебя не смущает, что до Берсы остается 2 минуты оставалось, и там еще 23%? Там 4 миллиона оставалось всего лишь. Ну, 23%. Ну, 5. Мало. Мы добили бы. Вот 2 минуты, учитывая. Нужно было просто подождать, когда закончится освобождение на хилах. Все, активно надо. Просто, блядь, когда на хилов кидает освобожденка, войд, блядь, меняешь форму и подхиливаешь, блядь. Всё. Ну, типа, разок-то я подхилю, но по мане быстро сяду. Ребят, чаще выносите в центр. Вот это вот влево сейчас клепится, это вообще ни о чем было, под притяжку тем более. Ой, спекайся в хила, ты тут все равно реально что-то никуда не дамажешь, честно. Не будешь страховать, если что. Рисните, пожалуйста. Спекнись, Войд. От тебя реально пользы будет больше, ну, типа, в тире. Я сразу говорил, три хила надо. Да. Два захили, если вы выйдете, ну, ладно, о чем я. Просто освобожденка неудачно попала последнюю. Представь, да. Ну, видишь, это как решает. Мы что-то будем ждать, пока не попадет. А так будет хоть хил, какой-то. Там дэмэджа должно хватить. Ну да, дэмэджа хватает. Там мы еще Геру не дали. Да? Угу. Смысл Геру давать? Нам после третьей притяжки Геру не давать или ну да, вот которая вот это была последняя. Добили. Нет, не это последняя. Еще одна притяжка. Это была третья. Значит, пусть четвертая. Ты шо, все готовы? Иди запускай. Мне ботинки нужны, ну давайте, ребята. Ебать, все надо, но не ботинки. Очень надо. Согласен. Ты где тут, блядь, сосед? Сосед слакает постоянно, на. Я с этого буду задуматься. Ой, заблизи. А я думаю, чё у меня маны нету? Я тренинку забыл поменять.
Это Риппен? У меня тринка, блядь, ёбаный этот, на быстрый захил стоит. Фолиант ебаный. Буду его из-за танка хилить. Лагон. Ясно. Не, он друзья, конечно. Сейчас у нас ДПСа прям вообще много. Мы ждем, блять, пиздец, короче, он. Ну, пару секунд разницы было, когда сейчас ДПСа. Ну не, там, когда ТП считается, то таким макаром. Если типа таймер взлетки вот, до первой, до 85% заканчивается раньше, чем она взлетает, то соответственно ДПС мат. Дай пристабов. Да блядь, да заебала она. Нельзя больше стаки помирать по этим шоскому. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Сучка. Опять. Блять. Ненавижу этого босса. Или и так. Слева. Справа. Близко справа. Побежал на ночь. Перетяжка скоро. Настя, чего? Слева. Слева. Опять слева. Справа. Последний.
На 35, да? Да. Сосед так. Вытяжка сейчас будет. Фаза. Печенька первая. Настя, печенька. На бошевах. Еще третий есть. Войда засела еще. Так а вам-то что? Нам главное стаки скидывать, это ж и набирать освобождение кого-нибудь. Притяжка сейчас будет. Ты шли дальше теперь. Ладно, я влево вниз. Скинули стаки, разбили склеп. Быстрее. Под следующий дэш айсбаунд тренич. Давай айсбаунд. Войд в центр. У меня там, если что, ревность мы уже прокнул. Ну, по КД освобожим КД. Блять, я вынесу два стака, да. Скинули стаки. Разбили быстрее склеп. Следующий в центр. Настя сложил. Верить. Тебе прожимку надо будет отдавать. Если у тебя нету, то не меняй дермича тогда. Если он долго скидывает стаки. Чуть пизда будет. Я, блядь, это не проживаю. Настя, у тебя под каждое дыхание должна быть какая-то прожимка. Если у тебя ее нету, и нету ревностного, ты умираешь. Ты понимаешь это или нет? У тебя должен быть ключ, компас, либо клык там вместо компаса, нахуй. На первое дыхание ты даешь, допустим, ключ, на второе, блядь, компас, или наоборот, без разницы. На третье 50%, на четвертое у тебя ревность. Не общий у них кидай. У меня ревностный сработал до этого. Ну, я понимаю, солнце, ну, тебе нужно, еще раз повторю, под каждое дыхание давай себе добил. О, посмотри ноги. На шипе выпало им ноги. Как он? Кусок хуёвый. Бафта пиздатая, кусок хуёвый. 300, блядь, 30 СПД нахуй тупо, блядь. Прикольно, да? Это, блядь, он апнет сейчас, 71-я будет, чё вы там. Ну, так он там и 71-я. А 71-я прок увеличивает? Нет, проки нет. Нет, чарки не увеличивают. Да пиздец, вообще просто имбалансная хуйня. Не, ну там, я там смотрел, там надо брать типа ванду, запы и что-то еще, и ботинки. А, он этот, у них еще и шип там нет, что ли? Ну да. Дермич, не забывай, у тебя войско мертвых, это тоже считай как сейф-обилка. Если ты его под дыхание их нажимаешь, типа... И войско мертво. Кастишь в это время. А тебе там тоже снижается урон неебический. И по урону, в принципе, успевали. Нам надо было притяжку переживать. И Геру. Потом можно. Потом Геру заливать, да. Кто с освобожденкой уходить от рейда подальше. Добили.
Похватайте меня! Нет, Дермич, там, там больше заряжает, это зипуляй. Чуть опять тринку не проебал. Сука. Я такой хотел тебя спросить. Ондра там надрачивает уже, блядь. Спалили пацана. Чё? Да слышно, блядь, не говори, такого не говори. Не, ну Коша на уме, конечно, я все понимаю. Близко справа. Справа. По центру. Справа перешли. Разбились как. Чего мне Пет умер? Ну загадка, блять. Он под ебалом стоял. Подождать. Слева близко парень. О, нихуя. Сейчас скрин сделаю. В смысле? Да, мой друид. Ну, у тебя две лапы вверх, а у меня одна, знаешь, так типа пафосно, типа е-е-е. Нет, там ебало еще открыто. Близко опять. Я тоже скинул. Все, Дермич побежал. Притяжка сейчас будет.
Да заебал, ну чё за хуйня, блядь, с этим петом, на? Уебище, блядь. Не хилишь его. Угу, с одной этого дыхания умирает, нахуй. Под ебало лезет, да, он ебаный. А я вон уже за спину обычно. Угу. Так, как, так же, как и дыха в среду, нахуй, так же и питы за спину обучены. Центр. Настя, давай фридом по дермичу, блять. Сколько раз повторять? Еле-еле, блять, бежит. Я давала бы ему фридом. Если бы дала, баф спал. Я тебе уже давала. Ладно, хорошо. Притяжка будет. Сука, портал закончился, блять. Огонь. Чуть не сдохну. Но мне освобожденка. Ну мне не кидать, мне глыбы не в КД, блять. Знаю, не заебал. По КД на меня кидать. Рид в центр. Скидываем стаки. Дермича прохиливать. Ясно. Рид, вставай. Настя, сейчас каплю даешь срочно по тому человеку, который сейчас несет метку. И нажимаешь свой сейф. Ондра. Ладно, на избаунд нажми. На избаунд. Иннер дайте там, а дали уже вижу. Не разбивайте, как скил. Тут руку подбью, босс. Влево, сосед, влево, влево, уйди влево, пожалуйста. Притяжки же не было. Мы же этот склеп не разбивали. Ну, я перед ним встал. Склепы разбили быстрее. Ну, пожалуйста. Дермича меняем, сейчас умрет. Полич влево. Нажму точку. Отойди, Рид, Акума. Да ёб твою мать, вы... Реально пиздец, нахуй, в глаза долбимся, нахуй. Дай БР по нему. Освобожденка. В центр. Айсбаунд, дай дермич. Айсбаунд быстрее. Меня даже не подняли, в пизду, нахуй. Айсбаунд, хуй, нахуй. Шли спать. Я уже понял, что ты давал. Еще бьем, нет? Да можно было просто вообще нахуй не идти и все нахуй. Ну, если вы, блядь, клоуны нахуй, ну, типа, говоря простым языком. Писал где-то, что 24 в 15:00. Это про десятку ты писал? Mm-hmm. Не собрались мы сегодня. Решили пойти. Давай-ка дерьмо станешь. Там босса зацепим, дальше заходим будем. Тут нахуй бесполезно, нахуй. 4 хила спек, не все равно дохнуть будете, блять.
только я не знаю, блядь, холи что подхиливает, помогает, потому что я хуй знает. На одном хиле освобожденка, в два хила рейд падает. Да там, понимаешь, не на одном хиле освобожденка, но ты прикол, блядь. Ну да. Когда на двах, наверное. Я какой раз переходим на вторую фразу, там раз меня не отпускают. Я просто перед второй фазой постоянно освобожденки и на второй фазе на освобожденке. Не знаю, блядь, две освобожденки кидаются, нахуй. Как перед второй фазой я был с освобожденкой, нахуй. И только на спалок на меня кинулась новая, нахуй. Не знаю, как на вас двоих хилов могла кинуться она. Когда два раза она висела на мне. Короче, Холич, помогай как-нибудь, хуй знает, чем-нибудь там связующим. Смотри, я и хиляю, я и щитки кидаю. А, ну тогда хуй знает. Ничего, в спокойствии есть. Я сдавал, но, блядь, не помогло. Иди пуляй, Дермич. Походу эти... Справа. Справа. Не бейте. Близко слева. Почти по центру. Делай. Двое третьего. Справа. По центру. Стопните по склепам, не бейте. Близко слева, на лестнице. Делови, Дермич.
Тяжко. Резать кого? Кулич резать? Да. Я хуею, блядь. Я реально хуею. Тут освобожденку еще взорвал, когда он резнулся. Блять, ну была ж притяжка. Неужели, сука, сложно отойти вправо, нахуй? Почему 2 БР тратится? Ну это пиздец просто. Вставай, блядь, что ты лежишь? Я пробивать быстрее. Вторая фаза будет. Поменяешь после? Серый в центр. Не разбиваем склеп, чуть-чуть подбить. Все, разбили склеп. Лондра, влево. Блять, опять можно покинуть. Сосед, троху левее стань. То сейчас ёбну потечу. Сосед в центр. Разбили склеп быстрее. Настя, нажми сейчас что-нибудь, блять, потому что ты сдохнешь. Сейчас сдохнешь, нормально. Сосед только сдох. Серый, дай бар по соседу быстрее. Давай, сосед, Вондра в центр, айсбаунт. Угу. Ребафните соседа пока что. Сейчас притяжка должна быть. А, следующая притяжка. Этот склеп разбиваем, просто будете так. И следующий опять в центр Вондра. Сосед в центр. Эти сами. Дай каплю Насте по нему. Здесь жертва, жертвенность. Да, он, да. Ладно, похуй, пережил. Просто 300 кобыла. Ой, влево. Бля, сейчас бахнет, сука. Да. Что меня добило, ледяная аура? Пизда. Ну, понял. В центр. Да нахуй нам ДПСа мало, блять, дохните. Ай, в пизду нахуй. Дай на хп. Влево, следующий склеп. Ау.
Настя сейчас сдохнет. Спаки. Падайте, короче, вы не убьете уже. Берсерк минут. Минус 2 дд там берса, 40 секунд. И 5 лямов, нахуй. Ну так, ладно, сорян, я всего это... пацаны собрались. Пацаны собрались, которые там закрывали хуй знает сколько, нахуй. И в склепах морозится, блять, и дохнут. И по ней будет. Дару. Добивать будем там завтра когда-нибудь? Или нет? На неделе там. Может быть, анонс будет потом. Тяжеловато, конечно, хуй знает. Ну, что-то как-то можно, нахуй. Ну, пиздец, потная хуйня. Я не увидел сейчас ничего потного, честно тебе говорю. Тут ничего сложного нет. Вот. Ну, за ДД, может, нету. Это у нас еще рейд с двумя меликами, только с двумя.